Кто такой Табарс-93? Табарс-93 – хакер, который взламывал MIPCity, один раз в октябре 2019 года и снова в феврале 2020 года. У Табарс-93 состояла целая группа хакеров. Когда вы попадали на карту MIPCity 4, игрокам давали биту и гамбургер. Они могут использовать биту, чтобы ударить разработчика Алекс Ньютрон по пиньяте, чтобы дать роблоксианам бесплатные очки. Удар по Алекс Ньютрон вызывал женский стон, а также звук металла, ударяющегося о поверхность. Этот взлом отличался тем, что вы не могли покинуть игру, а если и пытались перед выходом, вам говорили: «Потерялся? Испугался?» Также игрокам давали большое количество монет. 16 февраля 2022 года, после того, как MIPCity прошел модерацию из-за контента для взрослых в системе вечеринок, Алекс Ньютрон удалил вечеринки.